Всем добрый вечер! Сегодня мы будем делать на лимон сметанном соусе свежесловленного, свежеприготовленного на костре. Красивая! Решили мы сегодня пожарить на лимо. Так вот, я подготовлю кусочки филе. Будут скоро угли. Приятного аппетита! Кушайте с нами. Аня, быстрее! Тут, блин, такой. Тут крокодильчик. Окунь или щука? Я просто льдинку пробил, да. А мне жилицу обратно тянет. О, да, слушай. Прям такой хорошенький. Хорошенький. Поэтому. Щук. Кто его знает? Аккуратно. Так, все скрестили пальцы вот так. Давай, давай. Давай. Смотрим. Налим. Налим? Да ты чё? Ух ты! Давай, кусай меня. Давай уже кусай. А вдруг это щук? Нет. Ю, хороший налим. О, а, какой красавчик! О, вот давненько. Это. Ай-яй-яй, давненько мы не видели такие. Стой, стой, зверюга, стой, стой, да. Я тебя держу за пасть. О, это, а вот это на. Это на лимище. Ай, блин, только не бить! Не бить! Ой, меня здесь нашли, на этом озере. Ох, какой тигровый окрас. Ты что, держать рыбу не умеешь? Я теперь палец закусил. Ой, очки уехали. Какая краска. Красивая. Ух ты, он особенный. Особенный. Видишь, как он грызет меня. И у меня очки, знаешь, вообще не пойми где. В общем, решили мы сегодня пожарить на лимо. Решили, да. Да, но чтобы пожарить на лимо, нужно завалить какой-нибудь сухарник. Вот, ну вот, Мишка-панда поползла. Это елочка. Я вижу, я просто думаю, мне зацепиться тоже, что, о, сухарник. Да не трожь его, потом. Ну, это. Я боюсь, что, прям это так глубоко? Под тобой. Ты-то за мной сейчас пройдешь? Да, конечно, тут за тобой. Такая яма. Траншея. По пояс точно будет. Больше даже. Ну да, по пояс. Может, на снегоходе туда заехать? Ага, ты уже, по-моему, заезжал. Ну да, и не выехать. Ой! Я понаблюдаю за тобой. Это так романтично. Жарко, сегодня минус 17, мне уже жарко. Вот так. Еще чуть-чуть. И раз. И раз. Скажешь, когда на дороге будет. И раз. Все, харе, тут дотащим, вылази. Куда? Куда ну, тащим? Все, веточки эти забирай и проползай. Сейчас как-нибудь придумаем, к Снежику прицепим его. Ой. Так, ну ладно, я сейчас по этой. Молодец. Ну прилично, тут еще караеда, наверное, можно найти. Ну да. Блин, оно там в основе такое здоровое. Обалдеть. Давай, знаешь, ну, давайте попробовать. Ручку вам вот подам. Вот сейчас просто. Ручку вам подам. Ручку вам подать? Да нет. Мне уже ножку какую-нибудь. Ну вот, что нормально. Ну все, я вижу, вижу. Выползайте. Ой, дальше справитесь? Справимся. Будем с налимом. Да, точно. Теперь точно налима будем жарить. Да, сегодня тоже. Ну все, ребят, у меня все получилось. Круто. Всем добрый вечер. Сегодня мы будем делать на лимон сметанном соусе свежесловленного, свежеприготовленного на костре. Для этого нам понадобится сковородка, бревно, место будущее для костра, два налима. Вальдемар только что привез молочинка. Ну и пошли его готовить. Ну и начинаю делать порционно. Этот налим большой. Разбираю порционно. И сейчас разберу на филе. Давай.
надо, конечно, топорик. Вот такой. Осторожно. Очень, очень у него плотные кости. Вот. Сейчас я вам покажу вот эту хвостовую часть, как я разбираю на филе. Очень холодно у нас. Минус 9. Я работаю в перчатках, но тут уже тоже шкурка толстая. Сегодня я работаю в маникюре. Да, сегодня из защитных средств только маникюр. Из утепляющих. Вот, и вот так вот я подготовлю кусочки филе. Вальдемар сейчас заведет костер. Собака уже тут просит поесть. Вот, мы же, конечно, тут хорошо поели. От живца мы отказываемся. Исключительно мясо у Налима. Не знаю, кому-то кто-то пишет, что невкусная рыба. Для нас это деликатес. Это просто исключительно мясо. Вот смотрите. Это пресноводная треска. Наверное, аналог сома. Спрашивают, чем от сома отличается. У сома два усика, у Налима один усик. Налим — это Налим, ребята, а сом — это сом. Вот. Сомы у нас не водятся. Вот, у нас такая вот треска. Ну все, сейчас наберу. Готовим. Ну а чтобы распилять бревно, нам понадобится штиль. Для этого мы его быстренько его заводим. Так, раз. Пробиваем. Прекрасный день, 1 апреля, мы в тайге, далеко, очень далеко. Погнали. Ну а тем временем у нас подгорает костер, будут скоро угли, сковородочка помылась, сейчас закипает кипяток. Кипяточек в ней, чтобы, можно сказать, продезинфицировать ее, отмыть. Вот такая вот сковородочка у нас. Вот. Ну что, поставили мы сковородочку, она у нас уже раскалилась. Сейчас мы сюда нальем маслица и будем ложить рыбку. Сидит.
Сейчас Анечка посолит. Посолим чуть-чуть. Сейчас все будет нормалек. Че, Рича, вкусно пахнет? Сметанный соус, вода со сметаной. Вот. Выливаем. Вот. Теперь у нас налимчик сметан. Готово. Блин, в сметанном соусе по-таежному. Шипит, кипит. Во, пальчики оближешь. Вкусно, Рич? Налимчик в сметанном соусе. Вкуснотища. Таежный. Анечка кушает. Обжигаюсь. Обжигаешься? Такая горячая? Вкусно. А я думал, она уже остыла. Угу. О, Рича, думал. Полный рот. А дадит ему кусочек? Не дадим, не дадим. Ну что ж, приятного аппетита. Кушайте с нами. Пока горячая, но свеженькая. Вкусненько. Я уже язык обожгла, так вкусно было. Чё? Да. Божественно. Свежайшина. Угу. Пища богба. Соус очень вкусный. Угу. С хлебушком брать. Вкуснее даже, чем мясо. Получилось. Да ладно. Ну что, мы уже мясо сковородку съели. Будем кушать. Теперь надо соус.